На обледенелой дороге в районе цирка продолжают биться автомобили. На этом участке трассы автомобили начинают встречаться друг с другом еще с четверга 24 декабря. Сталкиваются здесь по две машины и более. Сегодняшний день не становится исключением. Хозяйка кроссовера паркует свой автомобиль в районе цирка. Я стояла на обочине припаркованной, вышла из машины, чтобы из багажника достать сумку. На меня летит автомобиль вот данный. Я успела отскочить, он меня чудом не задел, я вам честно говорю. А летит Toyota и прямо в правую заднюю часть кроссовера. За рулем легковушки водитель такси Максим. До этого вообще был каток, если честно. Вот я ехал, поворачивал сюда. Здесь машина, ну, где-то вот здесь, вот, насколько я помню. Начала перестраиваться. Ну, не знаю, может, не перестраивалась, может, просто выехала немножко. Ну, получилось так, что я сразу тут же по тормозам, и меня укатило сюда, и женщине. Таксист везет пассажира на ЖД вокзал. Мужчина в аварии не пострадал, добрался до пункта назначения на другом такси. В итоге автомобили получили серьезные повреждения, но оба на ходу. Участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась. По мнению рулевой кроссовера, таксист не слабо примял ее авто. А потому европротокол неуместен. Оформлением аварии занимаются сотрудники дорожной полиции. В итоге за день на скользком спуске в районе цирка побилось около 10 автомобилей. Во всех авариях обошлось без пострадавших.